Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у меня опять накопилась очередная порция глупых вопросов, и сейчас я вам ее готов зачитать. Может быть, над чем-то посмеемся, может быть, над чем-то опечалимся. В общем, сейчас давайте посмотрим, что нам тут пишут. Там у нас первый вопрос. Так, пишет нам Валера. Одно имя уже о многом говорит. Валера. Так, Валерчик нам пишет. Валера, холера. Так, такой вопрос. Сижу на курсе, но вчера было день рождения, я выпил шампанского. А много ли я от шампанского солью? И как восстановиться после питья, так сказать? Ну, смотря сколько ты шампанского, Валера, выпил. Если ты, конечно, блин, 3 ящика шампанского увалил, то, конечно, я не знаю, тогда надо... Надо идти кодироваться, надо идти лечиться, в общем. А вообще на курс это никак не повлияет, и пофигу. Все зависит от количества. Если ты не уходишь в запои, там редко у тебя бывает выпить, там иногда такое, ну, там, по чуть-чуть, скажем так, то это ничего страшного, можно. Единственное, что сразу скажу, для всех, неважно, принимаете какие-то там лекарственные вещества, не принимаете, ну, гормональные. Вот, знайте, что алкоголь способствует выработке эстрогена, а это для мужского организма как-то не очень, не комильфо, поэтому все зависит от количества. Так, следующий вопрос нам пишет, так, нам пишет Константин, а написал свое имя Константин. Ух, мне 45, Константин Ягодка У5. Так, вредно ли заниматься тяжестями без кардио? Где они вообще вот это вот берутся, вот этой гадости вообще все? Это ереси, блин, что я просто не представляю. Блин, и просто идиотизм какой-то. Я столько раз с идиотами сталкивался в интернете, что просто капец. У них, наверное, какие-то комплексы по поводу качков, по поводу вообще бодибилдинга, тяжелой атлетики и так далее, и тому подобное, потому что у них это не спорт. Это что-то, я не знаю, они даже объяснить не могут, что это. Вот, у них спортом считается это отжимание от пола, там, отжимание от брусьев, турник. Хотя интересно, а чем отличается, блядь, подтягивание на турнике, блядь, и в зале, блядь, и на улице, нахуй. Или отжимание, блядь, штанги той же, блядь, жим от отжимания. Вы что, дебилы, блядь? Просто какой-то идиоты, блядь, полные. Я, блин, в шоке. У них, блин, качаются. И тоже качки, блядь. Что, по полу качаемся или что, блядь? Ни хрена себе. Дегенераты тупорылые. Я просто поражаюсь иногда этим идиотам. Особенно этих дебилов целая куча на Mail.ru, там вопросы, когда люди задают. И там столько этих дегенератов, это вообще. Я вообще считаю, что Mail.ru надо нахрен закрыть, блядь. Именно вот это вот советчиков, вот этих дебилов, блядь, которые там сидят. Блин, их на кол сажать надо. Они такую хрень там несут, просто ахинею. Это просто ужас какой-то. Так, что это у нас было? Мы тут зачитали, да? Зачитали за него. Чувствую, много готов, взял. Так, еще один нам тут пишет Элик. В одном флаконе они тут два сапога паром. Элик нам пишет: занимаюсь в зале, после на следующий день чувствую, что сил много, что готов еще идти в зал, то есть восстанавливаюсь быстро, но ведь каждый день же нельзя ходить в зал, даже если на фарме, ведь так. Ух, Элик, ты разбиваешь мое сердце. Идиот, блин. Простите, я сейчас ругаться буду, но это просто, блин, у меня слов нету, потому что, блин. Ну, наверное, мне стоит извиниться за то, что я человек идиотом назвал, на самом деле. Это не так, это мое личное, то есть, ну, поэтому так. Я вообще вспыльчивый, очень агрессивный, ругаюсь постоянно. Некультурный, все такое. Короче, заниматься каждый день можно, и неважно, на фарме ты или не на фарме, блин, разницы нету никакой. Да, на фарме там у тебя метаболические процессы, они, блин, все прям взрываются, у тебя масса растет. Но опять же, блин, чтобы масса росла, нужно еще уметь это делать. Понимаете, ведь один может фарму принимать просто лошадиные дозы и выглядеть как говно, а другой принимать, ну, скажем так, понемногу, в разумных пределах таких, и набирать просто колоссальные количества, объемы, блин, мышечной массы у него, и вес будет, то есть не вес, а, ну, рабочие веса будут расти, у него все будет расти. То есть все зависит от подхода. Если у тебя мозгов нет, то тебе фарма не поможет. Вот, поэтому тренироваться каждый день можно. Главное, ты должен интуитивно чувствовать по себе. Если ты чувствуешь, что ты устал сильно, да, ты не можешь тренироваться, тебе нужно отдохнуть, больше отдыха. Отдохни, не насилуй свой организм. Вот. Если все в порядке с этим, то, пожалуйста, иди.
Так, следующий у нас Илья. Скажите, пожалуйста, делаю ПКТ, сказали, надо проверон, можно ли заменить его на мастерон? Твою-то медь. Проверон — это андрогенный стероид, мастерон — это тоже андрогенный стероид, и на ПКТ они не годятся. Над парнем, походу, кто-то пошутил, скорее всего. Поэтому не бери эти препараты на ПКТ, бери кламид или клостелбигид. Ну, на крайняк можешь взять фаристон, либо этот самый... Как его? Тамоксифен, точно. Вот это на ПКТ можно, а это нельзя, нет. Так, следующий нам пишет Кристина. Здравствуйте, мой вес почти 40 кг, рост 155, 22 года, приседаю. Как мне набрать вес? Кушаю много, часто, но не полнею. Во-первых, если ты не полнеешь, Кристина, значит, ты кушаешь недостаточно. Есть нужно очень много. Для девушки с таким весом 40 кг это примерно, ну, минимум 2500 калорий в сутки, это как с куста. Чем больше съела, тем лучше. Поэтому надо есть. Не хочется, а надо себя запихивать. Поэтому. Иначе никак. Так, следующий нам пишет? Следующий у нас Светлана. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой комплекс лучше всего подойдет, чтобы подтянуть кожу на животе после родов и накачать попу? Это просто невероятный какой-то пипец. Кожу упражнениями на животе подтянуть невозможно. Там нет мышц, блин, точнее, они есть как бы под жиром, но в самой коже мышц нету, блин, что ты там подтягивать собралась? Ой, упражнения не помогут. Поможет только диета белковая. Садишься на безуглеводку, иногда позволяешь себе сладости, может быть, глюкозу, и, собственно, сохнешь. И таким образом у тебя подтянется кожа. Если она у тебя растянется, со временем она стянется. Но, к сожалению, сами растяжки, они никуда не денутся. Тут только пластику делать. Поэтому, ну, как-то так. Так, следующий на очереди у нас Андрей. Немного необычный вопрос. Как анонизм влияет на постройку мышечной массы, если каждый день заниматься этим? И не стыдятся задавать такие вопросы. Во-первых, никак не влияет. Ну, даже половой акт анонизм не имеет значения. Шпилевили можно хоть каждый день, хоть по 10 раз на дню, если их сил хватает. Тем более за половой акт там как бы не особо много белка теряется, всего лишь 2 грамма. А это 2 грамма, это всего лишь 4 калории. Ребят, 4 калории, блин. Даже если ты там физику какую-то проявлял, как-то там прыгали вы там, еще что-то там кувыркались. Вот, ну зашпилевили там, ну калорий до 100 максимум ты потеряешь. То есть 108 калорий ты потеряешь за раз. Все, это вообще мизер. То есть для организма это так, пшик. Поэтому. Так, ну что, все. На сегодня глупые вопросы, к счастью, закончились. Я очень этому рад. Спасибо вам большое, что больше меня пока не доставали. Ну, конечно же, радоваться не приходится, потому что эти вопросы не закончатся никогда. Так что такое вот у нас видео сегодня было, блин. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем обязательно, постим в соцсетях. Может, еще кто-нибудь посмеется хорошо от души, если я, конечно, помог в этом. Так что всем спасибо, пока.